Блины я пек, а вот торт из них я ни разу не делал. Так что блинный торт, поехали. Для блинов разбиваю 4 яйца и заливаю 1 литром молока. Добавляю соль и сахар по вкусу и взбиваю. И постепенно добавляю 500 грамм муки и 200 мл теплой воды. И примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла. Все, тесто готово, а дальше дело за малым. Лей да пеки. Для крема беру 200 грамм сливочного масла и 1 банку сгущенки. Хорошо взбиваю. Добавляю 2 столовых ложки какао-порошка и еще раз взбиваю. Смазываю каждый блин кремом и собираю торт. Сверху добавляю ананас и шоколадную крошку и убираю в холодильник на час.